Доброе утро. Всем привет зрителям канала Шутинский. Сегодня у нас тренировка. Воскресное утро. Пока по выставу работаем. Неплохо получается. Один на лёжке пока стоит нормально. Вот сегодня здесь идет чемпионат Рязани. Классика 5 километров мальчики. Вчера была гонка 5,10 коньком. Вот, так что сегодня попробуем что-то заснять. Ну, всем приятного просмотра. Ну, вот так выглядят масс-старты мальчиков. Классика. Сегодня нарезали стартовую лыжню. Вчера, кстати, не было классической лыжни. Вот все снимают. Девчонки стартовали. Девчонки, как я понимаю, что очередность выстраивания на старте зависит от вчерашней гонки. Так, мы болеем за номер 44. Дмитрий Фадейкин. И за номер 45. Саша Родичкин. Можно будет спросить у него, как настроение. Ну что, Саш, как настроение? Боевое. Вас устраивали по этому, по вчерашним результатам или так? Да. Да? Вот там Диман. Бегала немножко с другой стороны, другой ракурс. Была команда на старт. Дима пошел. Мальчишки ушли. Сейчас едем на финиш, смотреть, как девчонки с одного круга будут приезжать. Так, тут судьи стоят, ждут. Улыбаются, готовятся записывать финишеров. Зона подготовки лыж. Так, под елочкой. Валерий Евгеньевич тут размещается. Итак, у нас финиш. Кира. Не знаю, видно или нет, отдали сейчас мальчишки забираются на подъем. Может быть, потом увеличим это. Ждем их здесь на перехватывающем круге. Но видно, здесь интереснее, чем у девочек. Очень плотненько идут. Первый. В секунде второй, третий, четвертый. И небольшой отрыв. Да нет, небольшой. Пятый, шестой. То есть, как бы тут интересно будет. Вот они выкатываются. Не буду сменять кадр. Вот у нас тут тренируется, разогревается. Тоже рязанский товарищ. Все время без шапки катается. Сегодня в шапке, но сегодня похолоднее стало. Так, у первого отрыв секунды две, наверное. Смотрим, смотрим. Дима в борьбе. Даблом, даблом идут. Дима, давай. Саня, давай. Ты за кого болеешь-то, а? За брата, за кого? За Сашу! Да, я ему там кричал Сашке там. Сейчас пойдут вот сюда. Придут. Сейчас здесь будем ждать. Да. Энергин, а правильно Ксенсен сказал, что в подъем можно елочкой забираться? Руку сюда не запускай. Не надо. Так можно и лесенкой. Тебе чем меньше, тем лучше. Тебя просто балуют родители и все. Балуются родители? Так, спортсмены на повороте. Давай, Дима, давай. Дима! Подкати немножко, давай. Далеко отпустил. Встань в лыжню! Саша, давай, подкатывай! Толкайся, давай! Бригада его, он может достать. Саша! Я первым догоняю!
Саша, ну давай подкатывай. К ним надо подойти, Саня, к ним. Саш, вот 5 человек их там собрать. Саша, давай, у тебя лыжи хорошо едут, давай ехай. Шурик, Шурик, давай, давай, давай. Вперед, стопы, стопы. Вот. Ярик, давай, 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 давай. Подкатывай, все рядом, рядом все. Давай, давай, давай. Вот они все трое здесь. Их надо достать. Давай. Меньшей роли, я вторая. Да я видел, видел. Я тебя перепутал, думал, ты первая. Не-не-не. Где там Дима-то? За их им дозвать. Третий. Если дотерпит, будет. Дотерпит? Нет, 58, 51. Работай, работай, финиш, Дима! Дима, давай! Давай, давай! Толкайся, толкайся! Давай. Блин. Ой, сори. Мы вырежем, Ютуб вырежет. Когда прямо перед тобой. Что сделать? 49! Ну что, не подогнали чуть-чуть, а? Прям два толчка осталось. 45. Саша, все остались. 61. 57. Сорок один. 52. Сейчас мы Ярика дождемся. Тридцать пять. 43. Ох, на сервер не бежал, что ли? Тренировалась. Что, Дим, выложился? Вы катаетесь? Дим, не хватило малюха, да? Наехал на лыжи, тип со спушкой. На вот колодке. На последнем? На последнем спуске, на пятку, ага, лыж. У меня назад. Это не и торможение резко. Нет, резко затормозило. И вот он ушел, и вот он ушел тогда, да? Из лыж не раз, следующий, и все. И меня нет. Слышь? Ехали с трещинкой. Я. Нет, я сейчас. Обсуждение послегоночное. Еду на пятке лыжи. Оп, приземляется. Я резко, ну, скорость теряется резко. Я только расстал. Он наезжает, я приземляюсь. С лыжни вышел. Пятка не поднимает. Да, да, вышел. Вышел он из лыжни резко. А у нас стартует уже, наверное, это третий, четвертый, а может быть уже и больше там как бы по возрасту. Приготовились. Ну, а у нас тем временем продолжается тренировка. Первая серия. Катаемся по маленькому кругу через футбольное поле. Два круга, рубеж. Два круга, рубеж.
Неплохо, неплохо. Четыре точно. Пять тоже точно. Время 2.02. Хорошее время все равно. Вот. Причем справился с тем, что где-то 5-7 секунд ушло на то, что перед перезарядка, потому что осечка была. Да, вылетела. На втором патроне или на каком-то. Да, первый я выследил, да. Второй у меня обойма. Но все равно справился, вылетел. И потом восстановился, так сказать. Да, а так вчера было минуты 56, но еще минус эти 10 секунд как раз получается минуты 52 и. Все равно 2.30 это время в пятерке. Достойно? Да, достойно, хорошее время. Все, ну на этом у нас как бы заканчивается новогодний, вот этот 10-дневный. Ну не то чтобы сбор,
Потому что тренировались по одной тренировке мы. Мы ездили также в Пушкино, были 5 дней, потом возвращались на день, по сути, там на пару часов домой и сразу уезжали потом сюда. В деревню, потом, потом сюда. И где-то тут... мы провели все наши новогодние каникулы, можно сказать, по разъезду. Мы были дома 31 декабря и по сути все. Ну да, и сегодня возвращаемся домой. Да, вот, сейчас сегодня определимся со следующими сборами. Вот, потому что 6 февраля у нас будут, поедем на соревнования, очень, в принципе, важные, к которым готовились, можно сказать, весь год. Вот, сейчас определимся, где будем сборы проводить, как это все будет, вот, какую винтовку брать. Вот, и как бы ждите следующих серий. Всем удачи. Спасибо за просмотр. С вами был канал Шутинг Твир. Всем пока.